Заснеженная елка – главный атрибут Нового года. Столичные продавцы предлагают широкий ассортимент хвойных красавиц и украшений к ним. Но на какую сумму рассчитывать и какую лучше выбрать – искусственную или же настоящую? Ответы на эти вопросы искал Алтынбек Таланбеков. Ассортимент на новогодних базарах весьма разнообразен. Елки искусственные и настоящие, маленькие и большие. У каждой свои преимущества. Немаловажный критерий выбора – цена. Но прежде чем тратить деньги на искусственную елку, нужно убедиться, что она не сломается на следующий же день. Также не нужно забывать и о елочных украшениях. Маленькая елка стоит от 1500 сомов и до 3000. Уже более побольше елочки стоят от 3000 и до 50 тысяч сомов. Это мы называем офис-елкой. Видите, у нее инкрустация, как будто бы она посыпана снегом. Украшения можно как натуральные шары из стекла, это эксклюзивная работа, в общем-то, ручная. Поэтому цены идут от 350 сомов до 600 сомов. Однако есть и те, кто предпочитает искусственные новогодние елки, настоящую вечно зеленую красавицу. На центральных городских улицах продавцы главных символов Нового года чувствуют себя несколько неуютно. Поэтому саженцы ели продают на окраине города. Здесь елки всех видов и размеров. Они продаются в горшочках. Настоящая хорошо пахнет. С ней приятнее ощущение Нового года. Это супер. На этом рынке сруба нет. Все елки здесь живые, как в лесу. Вот таких красавиц здесь продают по 500 сомов. Самая дорогая ель стоит около 75 тысяч сомов. Торговцы обещают поставлять сюда елки бесперебойно. Мы сами растим эти елки. Покупателей с каждым днем все больше. В основном берут маленькие и средние. Большие стоят по 30-40 тысяч сомов. С каждым годом желающих покупать натуральные ели все больше. Сейчас в день на каждом елочном базаре продают всего чуть более десятка деревьев. По словам реализаторов, покупатели пока не определились с выбором. Однако времени, чтобы найти ту самую елку, остается все меньше и меньше. Алтынбек Таланбеков, Тимур Садыгалиев, Общественный первый канал.